Чтобы учиться на одни пятерки, важно правильно питаться. Обеспечением школьников вкусными обедами и завтраками занимается Центр школьного питания. Сегодня депутаты городского совета посетили центр и узнали, что входит в меню маленьких мурманчан. Вместе с чиновниками наша съемочная группа изучила рацион питания и проследила процесс приготовления продуктов для юных северян. Сюда, в Центр школьного питания, от поставщиков поступают абсолютно все виды питания. Как сухая бакалея, как овощи, как сырое мясо, сырье, мясо, рыбы, молочная продукция. Центр школьного питания занимается поставкой еды в образовательные учреждения уже 4 года. За это время и процесс приготовления продуктов изменился, и объем значительно вырос. Из цеха уходят достаточно большие объемы разного вида продукции. Ну, например, где-то вот овощи, суточные как бы объемы, куда мы отправляем, это около 2 тонн вот, зачищенных овощей. Это морковь, это картофель, это свекла, капуста, это лук. В этом цехе работает 45 человек. Справиться с такими объемами вручную сложно, поэтому 2/3 производимых работ механизированы. С помощью специального оборудования происходит чистка и нарезка овощей. Тут же их фасуют в вакуумные упаковки. Котлеты и тефтели также производят с помощью специальных машин. Это котлетоформовочная машина. И выпускает она котлетки. Вот сюда с мясорубки уже поступает нам фарш. Он охлаждается в холодильнике, сюда привозим. Вот охлажденный закладываем обязательно, закрываем, и вот она уже настроенная по весу, все одной формы обязательно, да. Дальше котлеты отправляются в холодильники на заморозку. Затем все продукты формируются в заказы и развозятся по школам. Уже в столовых их доводят до готовности. Задача центра школьного питания как раз обеспечить детей всех возрастов, от малышей до выпускников, очень полезным, очень качественным, сбалансированным питанием. Мы не должны забывать, что мы с вами живем в условиях крайнего севера, и нам самое важное в период, когда мы питаемся, получить достаточное количество витаминов. И вот этот процесс отслеживания, анализа как раз в центре школьного питания идет. В мурманских школах на сегодняшний день питание получает 20 тысяч детей. Стоимость обеда составляет 135 рублей. По желанию родителей дети могут получить еще дополнительный горячий завтрак или полдник.